Вот. Представься, пожалуйста, как тебя зовут, сколько лет, с какого ты города? Евсикова Татьяна Сергеевна, поселок Пурпе, Ямалнинский автономный округ. Отлично. Танюш, ты уже партнер. Сколько времени ты в компании? Так, наверное, неделю. Неделю. Да. Вот поделись, пожалуйста, результатами применения продукта, потому что ты вот буквально неделю как брала, и теперь опять пришла и сделала заказ. Да, у меня работа, я работаю парикмахером, много работаю. У меня проблема была, у меня левая рука очень сильно болела вот отсюда до локтя. И уже назначение врачей, я не знаю, там 3 месяца уже и попа вся синяя в уколах, и вот эти все примочки, мази, которые воняют, вся квартира уже провонялась. И вот узнала о APL, решила, думаю, почему бы не рискнуть, не попробовать, потому что уже болит так, что уже сил нет, все время пить антибиотики и обезболивающие тоже тяжело, нагрузка для желудка. Думаю, я попробую, ничего не потеряю. Ну вот не скажу, что прям сразу, но через 6 дней у меня рука прошла. На 3-й день спать хорошо стало, то есть мне очень понравилось. Я брала, значит, стоп слайд. Это слайд, да, и ну харп я раз тоже вены решила поддержать, раз тоже на ногах работаю, ну, в общем, понравился очень продукт, очень довольна. Сыну тоже взяла, я взяла ему релакс, он у меня эпилепсик, и витамины гроу, вот он у меня писался каждую ночь, и вот я не знаю, на 3-й день перестал писаться, вот это большая радость, не стирать постельное белье, раз ребенку 12 лет, он уже не хочет памперсы одевать. Приходилось все время мучиться, это вот прямо сразу радость. Первая, так сказать. Вот, ну мама у меня тоже плохо спит, я тоже ей взяла, значит, витамины и от стресса. Релакс, да. На 3-й день тоже перестала, ну, тоже стала спать очень довольна. Тоже все не верят, конечно, пока сами не попробуют. Ну, вот так вот. Пока. Хорошо, все, благодарю.